Первый раз завелась у меня какая-то клацающая орхидея, живность вредительская. Я не могла понять, что за бяка жрет мои орхидеи. На орхидеях появились характерные повреждения на листьях, липкие пятна, прокусы. Орхидеи выглядели нездоровыми. Чтобы определить тайного врага, я разметила на поверхности грунта некоторых орхидей кусочки огурчика. Наутро я была поражена, как много этих насекомых понабежало. Вот и попались. Это оказались трипсы. Трипсы – это мелкие насекомые, которые питаются соком листьев или цветов культурных и декоративных растений. Вредители настолько малы, что их трудно обнаружить не только начинающему, но и более опытному орхолюбителю. Для первой обработки я применила препарат Маспилан, а в качестве прилипателя – средство для мытья посуды Ферри. Маспилан – высокоэффективный системный инсектицид контактно-кишечного действия при борьбе с вредителями на всех стадиях их развития. Рабочим раствором я обильно опрыскала орхидеи по листу и грунту. Для уничтожения трипсов необходимо 3-4 обработки по определенной схеме.